Худшее, что может произойти с нападающим, красивый мяч забит, но отменен судьями. Что произошло? Ты иди в мини-футбол играй, Олег. Это Шатову сказано сейчас. Да. Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Джамалетдинову, как только судья показал, что он пойдет смотреть повтор, сказал, что не засчитает гол. Это считалось, потому что еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, я думаю, им отдавать, блядь, первое место и играть за второе. Ну вот, календарь под них. Мы играем в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. Да, игру они не переносят на один день. Не знаю, что я могу сказать. Ну, неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде, а так... «Зенит» играет достойно, и, конечно, против них тяжело играть, потому что у них такой подбор исполнителей. Есть второй тайм. Сейчас послушаем, что скажет тренер. Вы поняли, почему мяч-то был отменен? Что сделал Жоао Марио в момент борьбы с Дрюси? Я не понял, потому что я был не так близко к эпизоду, вот поэтому не могу никак прокомментировать. Ну, вы достаточно жестко высказались в отношении «Зенита». Теперь уже, наверное, туда путь для вас точно закрыт? Ну, я не знаю, вам виднее. Хорошего второго тайма. Спасибо.